В республике государственная услуга по выдаче сертификата на материнский капитал начала предоставляться в проактивном формате, то есть без подачи заявления. С 15 апреля органы Пенсионного фонда уже выдали 447 таких сертификатов. Они оформляются только в электронном виде. Привычные бланки уходят в прошлое. Теперь семьям с новорожденными детьми больше не нужно представлять в Пенсионный фонд заявления и документы. После рождения ребенка право на материнский капитал оформляется автоматически. Сведения о рождении детей поступают из Федерального реестра ЗАГС. Будем устанавливать очередность рождения детей, первый или второй. Или последующий, с учетом этого будем определять и размер материнского капитала. Я напомню, на первых детей, которые родились с 1 января текущего года, размер материнского капитала составляет 466 617 рублей, на вторых либо последующих детей 616 617 рублей. Что касается старого сертификата, который, в общем-то, на особом бланке распечатывался, далее у нас, в общем-то, приостановлено, прекращается выплата таких сертификатов. Это очень удобно, я считаю, потому что сертификат выдается в одной сумме, в последующие годы может индексироваться, а у человека в старом размере сохраняется. Я напомню, размер, первоначальный размер материнского капитала был 250 тысяч, сегодня уже, вот сами видите, 616 617 рублей, потому что наличие бланка, оно практически сейчас уже особой такой роли не имеет. Можно распорядиться средствами материнского капитала, подав электронное заявление. Для доступа ко всем услугам в личном кабинете, в том числе и к сведениям о сертификате на маткапитал, нужна подтвержденная учетная запись на едином портале госуслуг. В Чувашии сертификат уже оформили более 93 тысяч семей. Из них 55 тысяч полностью использовали эти средства.